Друзья, сейчас у меня в руках полуавтоматический карабин. Это новое изделие от компании Orsys. В данный момент у меня карабин калибра 308. Имеет режим только одиночной стрельбы. Масса его около 4,5 килограмм. Корпус выполнен из алюминия. Сейчас об этом изделии чуть более подробно нам расскажет представитель компании. Изделие К-15, которое разработано полностью компанией Orsys с нашими инженерами. Я бы сказал так, аналогов сегодня в мире нету. Калибр здесь 308, но предполагается в дальнейшем делать и другие калибры, 223, 6,5 Грендер. Винтовка полуавтоматическая, то есть перезаряжается отводом газов из ствола. Короткий ход затвора. Здесь можно менять приклад, ручку и магазины от любых производителей, мировых производителей. У нас эти винтовки в основном приобретают спортсмены, и они хотят под себя наладить винтовку, ее настроить. Рукоятка затвора у нас меняется справа налево. Причем она легко, его отводится в заднее положение, но его надо сначала располовинить и переставить на правую сторону. А сейчас в этом варианте она для гражданских, в основном спортивная, но некоторые любители в стиле милитари берут ее на охоту. И также эта винтовка планируется, что она поступила на вооружение наших спецподразделений. Заявленная кучность ее где-то будет 1,5 минуты. Это на 100 метров. Это 4,5 сантиметра в диаметр. Должны уложиться 5 пуль. В зависимости от длины ствола, то есть от 300 метров до 500 метров, она будет иметь, так скажем, поражающую способность. Ее вес без сошек и прицела 4,5 килограмма. А вот, ребят, достаточно интересный образец. Это трехмерный манекен из прессованной, можно ее назвать, самозасасывающейся резины. Очень интересное изделие для отработки именно боевой стрельбы и отработки каких-то тактических задач. Сейчас более подробно про это изделие нам расскажет представитель данного стенда. Это манекен для стрельбы, он баллистический. Причем, что забавно, кажется, что он сделан из пенопласта. На самом деле он сделан достаточно из прочного полимера. И, собственно говоря, при стрельбе в него он затягивается. Данный манекен достаточно долговечен. По сути, если стрелять в него редко, он жить может очень долго. Выдерживает он спокойно попадания 7,62, в том числе снайперские. Единственное, что для него может быть вреден 12-й калибр. Ну, медвежья пуля, сами понимаете. Были стрельбы по данному манекену Валабина бойцами спецструктур. По нему отрабатывали 4 короба ПКМ, 10 магазинов АК, после чего он смотрелся достаточно бодро, его просто обновили баллончиком с краской. И он, собственно, выглядел снова как новый. Это пиромишени, они дают форс огнем при попадании в них. То есть тем самым отмечая попадание в мишень. Ковбойская стрельба – это, в принципе, разновидность стрельбы, скажем, некий микс между практической стрельбой, но с использованием оружия, характерного для эпохи Дикого Запада. То есть принцип построения упражнения, он примерно сходен, когда стрельба ведется из разных положений, с разных позиций, из разного оружия. Это классический триган, в котором используются три вида оружия. Но это стрельба на срезе, скажем, стрельбы и реконструкции, где требуется определенный исторический дресс-код или дресс-код в стиле спагетти-вестернов, где есть вольность, можно отойти от классических канонов в одежде, можно быть более там, в ярком костюме, в джинсах, в расшитой рубашке, именно так, как это
привычно в таких, сказать, вестернах не очень высокого уровня, да, и формировавших в какой-то момент представление о том, как люди одевались на Диком Западе, хотя это не имеет, конечно, отношения к реальности. То есть это игры больших мальчиков, которые в детстве играли в ковбоев, индейцев с палкой. Сегодня они покупают себе реплику или настоящий винчестер, покупают револьверы и стреляют, продолжают эту игру. Это очень фановый, очень зрелищный вид спорта. Наверное, это единственная стрелковая дисциплина, которая интересна не только тем, кто стреляет. Когда огромное количество людей, все одеты в исторические костюмы, стреляют клубы черного пороха, потому что очень много людей стреляют именно дымным порохом. Это очень зрелищно. То есть здесь используются три вида оружия. Используется, как правило, револьвер, так называемый single-action револьверы, то есть револьвер, который требует перед каждым выстрелом заведения курка. Ну, это классический Colt Peacemaker или различные другие системы, Remington, например, характерные для эпохи конца 19 века, то есть оружие, которое использовалось на Диком Западе. Таких револьвера нужно два на упражнении. Это различные варианты винтовок со скобой Генри. Там у меня вот, в частности, реплика модели 1892 года. Одна из самых распространенных винтовок, известных по вестернам всем, и довольно много стрелков стреляют из этих винтовок. Ну и вторая, или, может быть, даже первая по популярности, это реплика винчестера 1873 года. Она немножко другую систему имеет запирания, она более легкая в стрельбе, она позволяет более быстро стрелять. И третье оружие – это или классическая двустволка, или различные варианты дробовиков или со скобой Генри. Это реплика или оригинал винчестера 1887 или помповые 1897. Здесь используется револьверный патрон. Вот, для примера, классический патрон для ковбойской стрельбы, калибр 38 Special. И здесь есть особенность. К сожалению, Тульский патронный завод делает Full Metal Jacket, оболоченные пули, которые за границей нельзя использовать в ковбойской стрельбе. Очень близкие дистанции, и оболочка будет, ну, может давать рикошеты. Поэтому, по идее, должна быть полностью свинцовая пуля, как это используется в Европе. Ну, здесь мы стреляем тем, что есть, поэтому мы используем такие патроны с дополнительными мерами безопасности, увеличивая дистанцию. Ребят, сейчас мы находимся на уникальном стенде. Это музей. Музей, как видите, оружия, причем как огнестрельного, так есть и холодное оружие в коллекции этого музея. Здесь вы можете увидеть такие штуки, которых вы не увидите больше нигде, потому что их просто в природе не существует. Йосиф Михайлович, расскажите, пожалуйста, что за музей, какие представлены образцы, что за коллекция? В коллекцию музея входят более 400 единиц стрелкового оружия, которое было официально принято на вооружение армий разных стран мира на протяжении всего 20 века, начиная с Первой мировой войны, Второй и послевоенный период. И там здесь представлено оружие, которое находилось на вооружении Российской императорской армии, Красной армии, Вермахта. Потом представлены британцы, американцы, бельгийцы, итальянцы, испанцы, израильтяне, чехи, поляки, финны и так далее. И эта коллекция находится, уникальная коллекция, полный модельный ряд автоматов Калашникова, начиная от АК-47 и заканчивая сотой серией. И также в коллекции есть уникальный зеленый автомат, так называемый пограничник, который в мире осталось всего 5 штук. Из них 3 находятся в государственных музеях России, и только 2 находятся в частной коллекции. Оружие очень интересное. У меня есть коллекция, самозарядная винтовка «Сан-Кристобаль», с которым воевал Че Гевара. Есть винтовка «Каркана», с подобного такого, который Ли Харви Освальд стрелял в Джона Кеннеди. И, ну, очень много таких интересных образцов, которые не найти нигде. И за некоторыми я охотился десятилетиями, прежде чем найти, а коллекцию я начал собирать после 2000 года, когда вышел закон
об оружии, когда разрешили покупать коллекцию макеты массогабаритные. Могли бы вы озвучить, если это можно, хотя бы стоимость, вот, допустим, тех же Корда, допустим, Каштана? Ну, чтобы вы понимали, крупнокалиберный пулемет Корд именно в макете стоит не менее 1 000 000 рублей. Именно в макете. Его еще надо найти. Понимаете? Нету, потому что все это принадлежит собственность Министерства обороны. После того, как его весь ресурс вырабатывается, только после этого его могут переделать в макеты. Поэтому можно ждать годами, пока вот такие испытания пройдут, и потом выхватывать вот такие единичные экземпляры. Поэтому вот такая ситуация. Вот это вот, ребят, один из уникальнейших образцов данного музея. Поверьте мне, даже если очень захотите, вы вряд ли такой сможете найти и заполучить себе в коллекцию. Это макет массогабаритный ММГ пистолета-пулемета АЕГ-919. Многим он известен еще и под своим индексом «Каштан». Данный пистолет-пулемет был разработан для подразделений специального назначения в свое время. Применялся для работы на коротких дистанциях, внутри зданий. Использует боеприпас 9 на 18. Сейчас уже достаточно редко используем. Сейчас в основном оружие переводится на 9 на 19. И зарекомендовался, можно сказать, как достаточно эффективное в бою оружие. Сейчас в связи с тем, что, опять же, большинство подразделений переходит на более мощный патрон 9 на 19, «Каштан» встречается достаточно редко, но тем ценнее вот это вот его именно макетная версия.